Да нормально мы оцениваем жеребьевку, абсолютно спокойно, потому что ну, из тех команд, которые могли попасться, ну, естественно, наихудшими вариантами были бы для нас это «Шахтер», «Киевска», «Динамо», «Металлист». Если попалась «Волынь», то, в принципе, вполне можно, естественно, с этой командой играть. Я вот только что сказал о том, что мы уступили этой команде в домашней игре чемпионата Украины, фактически на старте сезона. Поэтому, естественно, мы полны решимости взять реванш за это поражение и будем стараться пройти следующую стадию Кубка. Ну, Волынь называют кубковой, наверное, командой, они вон Ильичевец как раз били в предыдущей стадии. Нет какого-то опасения, тем более, чтобы играть в обратно? Ну, понятие кубковой команды – это понятие достаточно растяжимое. То, что Волынь обыграла с крупным счетом Ильичевец, на мой взгляд, это ни о чем не говорит. То есть о том, что это команда именно кубковая, я бы говорить не стал. Достаточно квалифицированная команда, грамотный тренер, поэтому нам будет, естественно, тяжело с учетом того, что мы играем в Луцке, а там играть всегда тяжело. Поэтому будем ждать итогов нашего противостояния. Говорить о том, повезло нам или нет, наверное, можно будет только после финального свистка этого матча. За каким матчем еще будете наблюдать, кроме своего, естественно? Ну, естественно, за матчем «Динамо-Киев-Шахтер». Это очень редко у нас такое противостояние происходит на столь ранних стадиях розыгрыша национального кубка. Поэтому будет очень интересный матч. Ну, естественно, выделяется еще матч «Карпаты-Львов», «Металлист-Харьков». Тоже интересное противостояние, это исторически плюс, сложившееся. Плюс то, что в 1/8 сеется одна из команд «Динамо». Что дальше? Мы могли бы попасть еще на... Я вам на этот вопрос могу ответить после финального свистка матча «Волынь-Днепр».